Меня зовут Азиза Алимова, я обозреватель международной редакции Национального информационного агентства Узбекистан, УЗА. Очень приятно. Какие впечатления у вас вообще полюбили Баку, Азербайджан? Это ваш первый визит? Да, это мой первый визит. Я очень в восторге, увидев вашу страну, побывав здесь. Прекрасная страна, прекрасный город. Я впечатлена вашей архитектурой зданий, хорошими людьми. И вообще в целом страна очень красивая, прекрасная страна. Что больше вас привлекает? Мы посетили ваш исторический город Кянджи. Там мы увидели исторические места, достопримечательности, мавзолей Низами Ганджави. Очень понравилось то, что вот вы очень уважительно относитесь. Это все сохранили так хорошо. В Баку мы посетили старый город и новые в современном виде стиле. Тоже были места, как бульвар, торговый. И еще также мы были в ваших именно в медиасфере, это как в газетах, телевидении. Вот. Очень рады, что мы сюда приехали. Можно у вас многому научиться. Спасибо за организацию, что вы нас приняли так на высшем уровне. Спасибо вашему фонду. Мы желаем процветания, благополучия и всех самых хороших. Спасибо большое. Спасибо.